Привет всем на канале Forward TV. На этот раз мы с вами приступим к прохождению игры Assassin's Creed Братство. Конечно же, мы с самого начала с вами начнем. Это очевидно и понятно. Создав профиль, мы приступаем. Мало кто готов к тому, чтобы в один прекрасный день оказаться втянутым в войну двух тайных организаций. Это со мной и произошло. На одной стороне тамплиеры, они же Abstergo Industries. Их цель — контроль над политикой, экономикой, наукой. Они не остановятся, пока все из нас до последнего не будут служить им. На другой — ассасины. Люди, посвятившие себя защите свободы. К ним я принадлежу с рождения. Несколько недель назад меня нашли тамплиеры. Похитили меня. Сунули в какую-то машину и пустили в оборот. Она называется «Анимус». В ней я провел большую часть своего времени, исследуя воспоминания предков, зашифрованные где-то в глубине моей ДНК. Сперва я заново пережил жизнь Альтаира ибн Лаахада, ассасина эпохи крестовых походов. Тамплиеры искали некую частицу Эдема, древний артефакт, который поможет им подчинить людей своей воле. Тамплиеры решили, что узнали все, что хотели, и рассудили, что я больше им не нужен. Но Люси спасла меня. Люси. Когда все полетело к чертям, оказалось, что Люси — ассасин, и она спасла меня. Я думал, что на этом моим злоключением конец. Но это было только начало. Я снова вернулся в Анимус. Теперь я переживаю воспоминания Эцио Аудиторе де Ференце, моего предка из эпохи Возрождения, искавшего разгадку. Благодаря эффекту просачивания я становлюсь ассасином не только на словах, что весьма уместно, ибо тамплиеры хотят поработить всех нас. Кстати, о тамплиерах. Недавно они вломились в наше укрытие, мы бежали и стали искать новое пристанище. Но спрятаться негде, а время уже на исходе. Я Дезмонд Майлз, и это моя история. Боевые события мы с вами уже наблюдаем. Как ты нашел меня? Марио Аудиторе, помнишь? Ребекка, что происходит? Мне нужно провести диагностику. До связи. Вот так вот. Анимуса не будет, да? Дело сделано. Сообщение доставлено. Мы все ушли из этого мира. Больше мы ничего не можем. Остальное зависит от тебя. Что? Какой Дезмонд? Ничего не понимаю. Подожди, у меня столько вопросов. Это был Ватикан 1499 года в декабре. Там события мы наблюдали, проходя вторую часть игры Assassin's Creed. Соответственно, все верно. Что же дальше? Thank you.
лучше в тверди земной, чем в руках человеческих. Дядя? Мы же отправили одного воина против целой армии. Я беспокоился. Давай, залезай живее. Убираемся отсюда. Так, ну что? Кажется, ничего такого страшного не произошло. Карабкались наконец-то. Дядя, я видел нечто невероятное. Расскажешь свои байки, когда выберемся. Думаю, будет жарко. А я думаю, что Борджа не досчитаются своих людей. Вполне возможно. Давай побежали. Кекоса, фат ты куи! Ассасины! Клянусь богом, вы заплатите за свои преступления! Вы осквернили это святое место! Вы осуждаете то, чего не понимаете! Нам пора, Эцио. Идем! Позор вам, тираны! Его уста не вещает дьявол! Родриго сумел ранить тебя? Слегка. Броня остановила клинок. Хорошая броня, ничего не скажешь. Готовься к бою. Пришли, да. Мы готовы. Что ты делаешь? Спасаю тебя, судя по всему. Совсем неплохо для старика. А, ты еще держишься? Буана Куэст! Отлично! Хороший удар! Впечатляет! Если мы можем делать комбо-удары, это заметно нам поможет и облегчит сражение. Будет проще уже сражаться, гораздо проще, я вам скажу. Так, зайцу. Разобрались вполне. Куда это ты, Марио, лезешь? Непонятно. Хотя бы какую-то отметку сделали, то... Ну ладно, будем бежать за ним. Попутно сталкиваясь наверняка с стражниками этими. Может, мы с ними особо не столкнемся, но тем не менее... Посмотрим, что и как. Ага, вот уже они нас заметили сейчас. Или что? Непонятно. Бей его! Ага, еще один. Отдыхайте, ребята. Вот эти сейчас тоже будут отдыхать. Oh!
Дядя Марио, куда же ты так торопишься? Кстати, не очень понятно. Ты на башню, что ли? Прикалываетесь? Ну ладно. Сюда так сюда. Как пожелаете. Знакомая картина. Решение принимаешь ты. Но решай быстрее. Отдай его мне. Потом придумаешь, что с ним делать. Бене. Прыгай! Монтери Джонни, 1500 год у нас, 500 январь. Вот это уж не зимний январь, как вы понимаете, но тем не менее. Потом Минерва рассказала о несчастье из далекого прошлого и о новой беде, что ждет в будущем. В далеком будущем, Неро? Тогда беспокоиться не о чем. Си, быть может, наше дело сделано. Это так плохо? Пока тебя не было, мы обновили арсенал. А, и теперь у вас принято стрелять из пушки по гостям? Извини, мы установили их всего пару дней назад, и ребята пока учатся. Хорошие у вас тут вижу, ребята. Неплохо так учатся. Попали бы и в Марио, и в этого Эцио. Стоять. Аспетто, аспетто. Давай! Добро пожаловать, Эцио! Эцио! Да, смотри, это же Эцио! Не может быть! Бонжорно! Как приятно вернуться домой! Посмотрите на них! Как же здесь красиво! Благодаря тебе! Брат! Клаудия! Наконец-то я дома! Как мама? С ней все хорошо! Мне сказали, что ты вернулся, но я хотела сама на тебя посмотреть. Тебя приехала встретить графиня Форли. Я и не думала, что ты так знаменит. Катерина? Здесь? Так все кончено. Испанец мертв. Вечером собери всех в кабинете Марио. Там я все объясню. У них будет много вопросов к тебе, Эцио. Клаудия, передай графине, что я с нетерпением жду встречи с ней. Так, на следующий раз мы отправимся под этим трем восклицательным знаком узнать, что же там такое.